Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как выбирать игрушку с лакомством. Игрушки с кормом внутри – прекрасная зарядка для ума вашей собаки, что особенно полезно, когда вы на работе или если она испытывает беспокойство. В игрушку для раздачи корма можно положить что угодно, но лучшим вариантом для вас и вашей собаки будет наполнить ее здоровым лакомством. Проконсультируйтесь со своим ветеринарным врачом, прежде чем использовать такие игрушки на постоянной основе. Он поможет вам определить, сколько угощений можно съедать вашему четвероногому другу, чтобы оставаться здоровым и не набирать лишний вес. Ваша собака с большой охотой будет вгрызаться в свою новую игрушку с лакомствами, чтобы добраться до вкусноты внутри нее. Поэтому самая важная характеристика такой игрушки для раздачи корма – ее прочность. Выбирайте изделия, которые смогут противостоять сильным жевательным мышцам вашей собаки. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Выбор вида игрушки с лакомствами должен полностью зависеть от предпочтений вашего щенка. Некоторые игрушки лучше подходят для собак, склонных к перееданию, например, с маленькими отверстиями. Собаке придется хорошенько ее потрясти, чтобы получить вкусняшку. Бывают и такие, из которых лакомство нужно выкапывать, выгрызать или выковыривать лапой. Важно регулярно проверять игрушку, чтобы убедиться, что весь корм или лакомство съедены. Если в игрушке останется старая еда, щенок может случайно ее съесть, играя с игрушкой позже. Чтобы сохранить здоровье вашего питомца, всегда проверяйте, чтобы собачий корм и лакомство в игрушках были свежими. Когда вы даете своей собаке такую игрушку, необходимо присматривать за ней хотя бы первые несколько раз. Также может потребоваться некоторое время, чтобы выяснить, что именно вашей собаке нравится делать. Но в конце концов, это окупится. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.